В эфире новости на Первом канале, в студии Макар Руденчик. Повышение качества образования, зарплаты учителей, новые школы, сокращение ненужной отчетности. Об этом шла речь на встрече Владимира Путина с министром просвещения Ольгой Васильевой. Особое внимание к выпускникам. В этом году 11 класс заканчивает около 650 тысяч человек. И все они потенциальные абитуриенты. Многие стали...